Итак, мы возвращаемся в студию с экстренным выпуском новостей. Вопиющая трагедия в США, штате Калифорния. Вследствие аварии произошла утечка нового опасного штампа вируса Эбола. По словам одного из бывших сотрудников, к этому причастна Всемирная фармацевтическая корпорация «Паника». В целях безопасности мы не можем разглашать личные данные. Что за пиздец? Сегодня вроде не 1 апреля. Последние 3 года творится полное дерьмо. Иногда мне кажется, что я сплю. Придется самой ехать в село Поповка. Бензин на нуле. Вообще. Прям как в фильме.